Ням-н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 ям. Привет, с вами Руслан, вы на канале Паф, и сегодня мы продолжаем играть в Binding of Isaac Repentance. До сих пор уже сколько, это уже, наверное, 9-я, может, 10-я серия. И за все эти серии мы еще ни разу, собственно, не дошли до мамки. Ни разу не били мамку, а после мамки там еще 300 тысяч боссов. Вот, и что-то сегодня пришел вот, с работы на работу, а потом с работы домой. И вот сел и думаю, а что бы сегодня поиграть? И что-то, короче, решил поиграть в Binding of Isaac. Так, окей, погнали в Binding of Isaac, но у нас, по-моему, рандомных нет, поэтому выбираем нашего с вами любимого Исака. И погнали с вами в бой и в путешествие. Я вам говорю, это точно победная будет, потому что сразу смотри... Это что? Допустим. ОЗ, ты чувствуешь защиту. А если я нажму? Ну-ка. Или это за монетки только? Ни хрена, три сердца, блин, сразу же. Охренеть. Так, давай зайдем, да, как раз три сердца. Смотри, кнопки. У нас только одна бомба. Ну, давай посмотрим. Окей. Что это такое? Сердце. Бля, зачем это мне надо? Непонятно. Так, окей, здорово, паучки. Так, до свидания. Эй, хорош, ты чё, ты сдохнешь когда-нибудь, блядь, или нет? Отъебись. Хорош. Бля, живучая какая падла, ты посмотри на неё. Так, ладно, у нас там есть какая-то вот какая-то штука, которая позволяет нам изменить, наверное, нашу вот эту секретку. У нас 11 деньжат и больше ничего нет. Пусть они там и остаются, я думаю. Окей. Так, ты кто? А, да, ты же. Я уже забыл, кто здесь есть, кого здесь нет, кого надо, кого не надо. Господи. Здорово, толстый! Умираем все. Умираем, расходимся. Так, хорошо. Все, стоим до конца. Не отходим. Ну, сейчас отошли, ладно. Так, есть один. Этот тоже. Так, пузатый. Нихуя. Так он добрый. Он, получается, перед тем, как отталкивает меня, он отталкивает меня, а потом взрывается. Это, конечно, хорошо. Так, теперь идем. Куда? Сюда. Опять. И босс сразу же. Все, что ли? Секреточка. Карта. Рандомная карта. Давайте ее, короче, используем. Главное, чтобы... Не оказалось бы какая-то хуйня. Чтоб не оказалась какая-то хуйня. Какуль, здорово. Да, мы так, мышку убери-ка, пожалуйста, с экрана. Стоп, спокойно. Хватит орать. Тихо. Так, тихо, все, насаживаем. Карту используем. Что это? Блять, что это? Что это такое? Что это такое? Мухи. А, еще мухи. Они меня притягивают. Что происходит, блять? Бля, это плохая карта, да? Все просрали. Вообще все безумно просрали. Сегодня мы не пройдем, Исака. Не, давайте действовать. Хотел сказать, давайте действовать аккуратно, но у меня просто, смотрите, не получается. Сегодня какой-то не Исаковый день. Посмотри, что творит. Хорош! Смотри, сколько его надо бить, чтобы он это отстал, наконец. Хорош. Хорош. Так, устал. Бьем. Смотри, сколько надо бить, чтобы его убить. Эх, хорош. Ты посмотри, как сука, блядь. Так, все, сейчас убиваем. Нет, еще не убиваю. Не убиваю. И вот эти мухи дебильные. Так, тихо. Так, бьем здесь. Ага, супер. Так, какашники разошлись. Писец, как мы просрали? Вот кто это такие? Кто, что это за новые мухи, я не пойму. Монета, блядь, заебись. Что за синяя аура, тоже не понимаю. Так, умри. Есть. Так, хорош. Хорош разлетали здесь. Так, регенерация УЗ. Это супер. Это шикарно. Окей, второй этаж. Минус второй этаж, да? Правильно будет минус второй этаж. А такими темпами, конечно, мы не дойдем до босса. Если я так буду сливать жизни, и у нас бы сейчас одна дополнительная бы точно появилась. Так, подвал, хорошо. Что, у нас тут нельзя? Тут нельзя, значит, сюда. Здорово, какашки. Какашки это жизнь, какашки это естественно. А что естественно, то не безобразно. Правильно, какашки? Правильно, правильно. Но мне, к сожалению, придется вас убить, потому что если я вас не убью, как бы я дальше не смогу пройти. Так, мешочек с деньгами. Хорошо, смотри. Опа, как хорошо. Еще хорошо, и еще хорошо. Так, смотрим в говне, есть ли что-нибудь в говне, ничего. Очень много говна в Исаке. Очень много... Так, стоп, глаз почесать, дай. Что-то есть? Ничего нет. Хорошо, идем направо. Хочу направо, значит, идем направо. Это мне так повезло? Видели, червяк проползал? Так, открывай. Это мне так повезло, что я не взорвался, типа? Охренеть, я так стал счастливый. Камень найден в подвале, что там? Сердце, полсердца, смотри.
За пол... О, блядь, сколько вас там? О! Бомбы же можно отталкивать, точно! Отлично! Ангельское... Ангельское сердечко, что ли, да? Я еще ни разу не видел ангельские сердца и не брал их. А насколько я знаю, где цепи, там можно взрывать бомбами, типа эти цепочки, как и ключом, собственно. Так, хорош, фиолетовый, ты что-то там мутишь, я знаю. Ты какой-то особенный. Нет, ты точно такой же лошара. Так, окей. Секретка, точно. А, не, больше не пойду. Давай секретку. Так, джамп. Пришло время научиться. Обалдеть, серьезно? Охуеть. Я могу тебе прыгать. Реально? Ты посмотри, как мы скачем. Это ж просто пиздец. Да мы теперь непобедимы. Ну давай, смотри. Оп. Смотри, мы вот так прыгаем, прыгаем. Потом вот так резко. Оп. О, оп, смотри. Оп. Подожди. Исак, прыгай. Блять. Плачет, плачет, Исак. Спокойно. Ждем до конца. Сюда, оп, ключ. Ну, короче, это на самом деле бесполезная штука, я так понимаю. Так. Допустим. Ну, так, хорошо, я сделаю. Они теперь меня не догонят. Теперь в подвале. Фасоль. Зачем фасоль? Ключ, ключ. Заебись. Блин, ну такая себе секретка вот эта на самом деле. Могло бы что-то поинтереснее даться. Что-то бы мы могли найти, поинтереснее, наинтереснее найти и не пройти, и пройти, и забрать, и вообще. Вообще супер. Сумка. Что дает? Так, а если я взорву, мне дадут хотя бы 9. Хорошо. Она наполнена ништяками. Какими ништяками? А какими ништяками-то? Эх, тварь такая ты галимая. Так, пошли. Я помню, что вы говорили, что нужно наполнить этот автомат для того, чтобы там потом мне много различных предметов. Я пока просто не хочу это делать. Пока не хочу, я пока не хочу. Вот когда решу, что хочу, тогда хочу, а сейчас не хочу. И все. Нам наверх, а я босса еще не находил. Да, здорово, пацаны. Мальчики, здорово. Какие-то бешеные, смотри. Ох ты, блядь. Сейчас зажмут еще, суки. Нет, я вам пизда. Смотри, как могу. Оп. Оп. Тихо. А что такое? А что такое было? Куда по... Ты пиздюк, слышишь, обалдел? О, блядь, сколько ключей, охренеть. Слушайте, у нас с сердцами проблема... И ангельское мы не сохранили. Хорошо. Так, у нас остается один проход. Может быть, не один, конечно. Подожди, там сердце, что ли, я вижу? Там наверху сердце? Опа, пол сердца, смотри. Пол сердца-то возьмем, конечно, ты чё? Давай возьмем. Так, здесь пол сердца. Подожди, а, вот пол сердца. Огонь! Только мы просрали ангельское, поэтому... Поэтому вряд ли мы пойдем к ангелу, правильно? Правильно. Хорошо, пошли. Так, ты кто? Ты тот самый, да? Тот самый, который орёт что-то и бесконечно за мной бегает. Еще и глаза бешеные. Так, хорош, сдавайся, блядь. Так, ты сдаешься? Так, малой сдался, отлично. У нас очень много ключей. Я прям, я, мне кажется, вообще, я столько ключей никогда не находил. Герцог Мух, кстати, достаточно серьезный соперник. Вот что я могу сказать. Потому что вот этот спавн его вечный... Опачки! Ага. Супер, у нас есть запасное сердце, окей. Уже нет такая проблема. Герцог Мух, вам пизда. Герцог Мух, вы теперь всего лишь никчеменный. Да он просто по КД спавнит, посмотри. Герцог Мух. О, блядь, прям на меня. Сука, заспавнил. Не, ждем, пока еще одно сердце мы не просрем, вот тогда можно будет... Так, отлично. Кстати, не такой серьезный соперник, как я думал. Он, по сути, только мух спавнит. Что-то мне... Ай, мне казалось, он бешеный какой-то. И у меня, кстати, зарегенилось полсердца. Обалдеть. То есть у нас регеночка ХП есть. Это круто. Это очень круто. Так, разошлись. Оп, смотри, как могу. Лошара. Восстановление УЗ и регенерация. Я думал, это, ну, типа, ну, просто мне сердце дадут. А в итоге мне дали, блядь. Что мне дали? В итоге мне дали просто реген. Зло, дальность, что-то там. Зло, хорошо. Смотри, как могу. Оп, смотри, как. Так, отлично. Ну окей, неплохо, конечно, но и не супер, я бы сказал так. Не супер, но и не зло. Так, у меня почему-то черное сердце, кстати, появилось.
Черное сердце есть, смотри, черное это получается демон, да? Или кто он там? Так, здорово, плачущие безголовые головышки. А еще и мухами плюются, посмотри. Ты что, плачет сначала, а потом пытается меня убить, лох. Так, что с вами сделать? Так, нет. И совсем... А, не нанес? Я думал, я себе урон нанес. Опа! Ну давай, ключи до хрена. Ага, ага, ну конечно! Ну супер! Супер класс! Убей хотя бы одного, Исаак, спасибо. Бля, ну это того не стоило. Ключ ради одного сердца, грубо говоря, и... Ну посмотри, иди у нас... Блять. Так, ладно, полся... Нет! Там же... Так они пукают, они же не, даже не плюются. Ну что за звуки, блядь? Все? О, в смысле, еще? Вы че, блядь? Мальчуки ебучие! Ладно, не лошадь. Блядь, так их надо, чтобы убить, надо их просто пиздец сколько бить. Ну вы че, блядь? Ну я сейчас просру тут пол этой игры. Ааа, бесконечно, их просто слишком много. Умри, сука. Ладно, один готов. Все, уже легче сейчас будет. О, сейчас второй будет готов. Так, и третий. Хорошо. Все. Хорош, ты че? Реально, блядь. О, попал. Так, регенка ХП у меня идет. Мне, кстати, очень нужна сейчас регенка ХП. Ой, блядь, да ты сможешь умереть. Пиздец, я вообще-то того не стоило, блядь. Смотри, два сердца осталось в итоге. Восстанови жизни. Два сердца, так ждем все. Пиздец, он не восстанавливает. Это кто? Блядь, это кто? Блядь, мы сейчас умрем, да? А! Это какие-то глистовозы. Это как паровозы, только с глистами. Смотри, а этот вообще ебнутый. Бля, у нас слишком мало урона. Господи, надо потише, но я, блядь, не могу, тут пиздец. Ну пиздец же происходит, согласен? Мы сейчас просто один этот и все. Опа, пол сердца зарегенилось. Отлично. Есть шанс. Шансы есть теперь. Хорошо. Отлично. Давай еще пол сердца. Че ты долго вообще жестко? Говно! А, с кукурузой еще! Блять, в итоге эти пол сердца мы просрали. Так, давай открывай. Блять, я чуть не умер. Я хотел подумать, что взять. Сейчас потушим эту всю шелупонь. Хорошо, все. Теперь спокойно отберем вот это. Что дает? Временный полет. Holy shit. Джамп говно. Давай вот это посмотрим. Вызов бомб. О! Кстати, неплохо. Блять. Ну что делать? Блять, как же тебя, сука... Отойди. Отлично. Так, супер. Так, опа, а чё я двумя стреляю, смотри. О, иногда двумя, реально. Не, я, наверное, возьму временный полет. Полет это, хотя... Полет это очень круто, я так давно ждал его. То есть у меня появляются крылья, и, могу и я могу летать. Но если я возьму вот это, когда будет босс или кто-то, я смогу вызвать бомбу. Ладно, возьмем крылья, а там посмотрим сейчас. Опа, секреточка. Открывай. Бля, сейчас эти начнут... Ну, по-моему, белые вот эти обычно не стреляют. Стреляют только красные, правильно? Берем свинью. Мои сбережения. И что мне дает это? Что-то дало. Опа, отлично. Супер. Так, пошли дальше. Так, здорово. Ты мне уже не соперник. Ты, кстати, не соперник, но ты чуть меня не убил. Король говна. Я убил твоего короля говна, и ты новый король говна, да? Отлично. Взрывайся, давай, не выебывайся. Монетка, видите, как бывает? Опа, еще монетка. И у нас уже 13 голды. Хорошо. А вот это не очень хорошо. Оп! Лошара, да? Огонь-то лоховской оказался. Оп!
Бля. О, мы можем летать, блядь. А мы теперь можем летать. А, блядь, не хватает, сука. Все, тупик. Ну, поэтому смысла вообще никакого нет в этих полетах. Там КД дичайше. КД просто... А! Блядь, залип, залип, сорян. Сорян, пацаны, залип, залип, ну залип, ну. Все, минус этот, пиздюк. Сейчас, надо вот этого хотя бы надамажить. Ага. Ага, супер. Супер ага. Двойное суперское ага вам в рожу. Так, вы умираете сейчас, да, сразу же. Вы даже... Вы не должны даже сопротивляться сейчас, понимаете? Так, давай ты, блядь, умрешь реально уже. О! Блядь, смотри, как я видел. Откуда вот этот появился? Хорошо. Откуда вот он появился? А-а-а! Ничего себе. Так, окей, взяли. Думаю, все-таки возьму бомбы. Допустим. И как стрелять? Монетки, ну бля, они мне особо не нужны. Давай откроем, посмотрим, исключить до хрена. Так, это что? Не могу взять. Так, тебя мы взорвем точно. Монет опять. Нахрена мне столько монет? Так, пошли. Идем туда-сюда. Ой, блядь. Оп. Оп. Ключ. А, все, не появится, да? Окей. Босс, подожди, нет. На босса у нас полное это есть. Мы на босса с вами пойдем все-таки с бомбами. Я думаю, бомбы... Вот, что тут, кстати, микрофон так стоит? Ай, блядь, сорян. Так, я разобрался с микрофоном, а то у меня что-то тут какая-то, короче, зараза была. Так, мы возвращаемся. Забираем эти крылышки. И отправляемся, собственно, на босса. Сразу прожмем или не будем сразу. Ну, посмотрим, может быть, прожмем чуть позже. Джамп не нужен. Все, возьмем бомбы. Нет, блядь, их надо заново заполнять. Ну так бывает, бывает в жизни огорчения. Я думал, это зелененькое заполнение, типа энергии. А, подожди. Магазин. Оп, тихо. Магазина в магазине. Что? Правильно, батарейка. Окей. Я наконец-то начал думать. Думать в этой игре, это, конечно, хорошо. Слушайте, тут прямо рядом с началом вот босс. Два говна. Какуля, двойные неприятности. Здорово, Какуля, двойные неприятности. Ой, бля. Как... Ох ты, бля, пиздец. Все, бомбы. Пошли. У-у-у! Бля, себя задел, их задел. Кого? Говно, короче, ваша эта заливная рыба. Так, все. Какуль, хорош. У-ху-ху! Не, кстати, забавно. На самом деле, не то, что прям сложно, но забавно. Монет сколько, пиздец. Говно! Говно! Тихо. Опа, блядь, нет. Ну, не ожидал, ну, сорян, не ожидал, да, лоханулся. Тихо. Оп. Видали, как развожу лохов? Оу! 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 Бля, ну как может так появиться просто у меня же прям? Под носом! Писец. Жесть! Не, не надо! Выхлоу свое! Тихо! Тихо! Нет, блядь. Тихо, полминуты есть. Полсердца. Полсердца есть. Все, полсердца. Мы выживем сейчас. Бля, может и не выживем. Как же тебя убить, сука? Нет. Полсердца. Нет. Блядь, какая тупость, блядь. Сегодня, короче, не день Исака. И сегодня вообще, короче, не день Исака, видимо, совершенно. С самого начала происходил какой-то пиздец. Я совершенно ничего нормально не мог сделать. Это, наверное, потому что подустал, конечно, сегодня. Сегодня очень муторный день. И два дня еще ролики не выходили, потому что были выходные. Я решил прям опять релакснуть, отдохнуть. Но сегодня, конечно, день пиздец. Собственно, ладно. Будем продолжать. Будем играть в Исака раз в месяц. И когда-нибудь мы ее пройдем. Думаю, на этом все. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на YouTube, Telegram, Рутуб, Discord. Оценивайте, ставьте лайки, комментируйте. Все ссылки находятся в описании под этим видео. Не забывайте про колокольчик. И всем удачи, всем пока.